и тут мой папа пошел в закулисье, говорит, ну-ка, сейчас я проверю, чем ты, сынок, ты здесь занимаешься. Папа, папа, не ходи там, опасно! Нет, не ходи туда, сейчас ножку повредишь. Ой, говорил я ему, ну-ка, стой, быстро, стой, папа, папа! Ой, там шлеп сейчас тебя съест, папа, не прыгай туда. Папа, прыгнул вниз, я же его предупреждал. Ой, ой-ой-ой. Надо за ним нырять, ой, сейчас его паук съест, я же ему говорил. Папа, я не надо, папа, уходи. Сейчас маме позвоню. Сейчас звоню, все, маме. Ой, да я же свой телефон уже забыл. Нет, туда только не заходи. Нет, утонешь. Утонешь, все уронишь. Ребята, папа плавает. Папа, вылазь оттуда. Походу ему хорошо, ребят, по-моему. Ему в закулисье, по-моему, понравилось. Папа, папа, хватит, хватит. Ну ладно, ребят, короче, вы поняли, мой папа, в общем, тоже зашел в закулисье, ему здесь понравилось. Кстати, я Нубастер, не забудьте поставить лайк перед началом видосика, потому что это прекрасно. Когда ютубер получает лайкосики, он вот так же радуется, видите? Видите, какого-то вот я вот такой же буду счастливый. Ладно, давайте, ребята, поднимемся наверх и начнем с самого начала все. Окей, отлично, что я начал с самого начала, потому что мне нужно сразу все здесь взять. Потому что туда нельзя, нельзя туда без вот, допустим, вот такого шлема бессмертия. Без вот такого, значит, вот такого никакого, подождите. Подождите, а у меня одета уже леталка. Смотрите, вот без такой леталки. Без, значит, вот такой штуки. Подождите, что тут есть еще? Давайте посмотрим, это что такое? О, смотрите, можно в паутину всех сувать. Ну-ка, я хочу стать человеком-пауком. Ну-ка, станем им за... Хорошо, я куплю. Давайте посмотрим, ребята, я купил, только что купил возможности Человека-паука. Смотрим, что же это может. Смотрите, во-первых, у меня ножки стали по-странному бегать. Хорошо, давайте какого-нибудь игрока найдем и на нем попробуем, вот. Стой, не шевелись! А почему он не замораживается? Подождите, у него жизнь вообще... Что такое, не понял? Это же робок стоит, почему не работает? Во, Бен у нас ноздрю заморозили, ребята. Ой, он вообще упал куда-то. Бен, что с тобой, нормально? Реально работает штука, смотрите, ребята. Ну-ка, Бен, реально, смотрите, что с ним происходит. Интересная вещь, ребята, ну-ка. И ну как-то по-разному. Тут нам чувак говорит, найс, это, говорит, все очень хорошо. Видал, что я с Беном сделал, чувак? Ну ладно, ладно, чувак, давай. Мы начнем, ну, во-первых, я странно, конечно, бегаю, ребята. Очень странно. Странно, подождите, а где мой кроссовок? А где мой кроссовок? Ёлки-палки, у меня носок черный. Вы теперь увидели мои носки. Ладно, погнали дальше. Погнали дальше. Будем проходить и находить сегодня морфы. Сразу же, ребят, сразу сходу, чтобы мы все могли найти, мы сразу начинаем с этой первой комнаты. Если вы начинаете с этой первой комнаты поиска морфов, тогда у вас, возможно, все получится. Если вы начинаете с другой комнаты, у вас ничего не получится. Вообще ничего не получится. Можете сразу удалять Роблокс. Просто сразу. Ну, подожди, чувак, мне нужно идти дальше, спешить, бежать, потому что мне здесь очень мало времени. Очень мало времени. Скоро затопит за кулисами. Мне сказали, что ровно через 10 секунд, ровно через 10 минут затопят. Короче, за кулисья. Мне нужно срочно как можно больше собрать морфов. Так, отлично. Первый морф, второй морф. О, радужные червячки, радужные друзья. Хорошо, вот, не знаю, куда это у меня все умещается, ребята. Куда это у меня все умещается, реально. У меня еще карманы бесконечные, что ли? Не вечные, ребят. Туда не могу почему-то забраться. Подождите, а почему я туда не могу забраться? Хорошо, надо разобраться. Будет разобраться, почему мы не можем туда добраться. О, я вижу морфик, отлично. Здесь у меня отлично, ребята. У меня все получается пока что. Все получается. Радужные друзья, ребята, меня очень рад. Вон, мне нужен зеленый ключик. Зеленый ключик. А туда я почему не могу пролезть, не понял. Не помню, почему не пускают ютубера. Все нормально пустили. Вот, у меня есть такой молоток. Значит, у меня есть. Вау! У меня есть твой сынок. Сейчас я надеюсь твоего сынка. Подожди, сейчас. Подождите. Так. Характер. Где-то тут был чувак. Нужно срочно нарядиться в им. Вот этим чуваком. Так, где-то здесь был червяк, ребята. Подождите, где же ты? Где же ты, парень? Где же ты? Нужно кем-то срочно нарядиться радужным другом, чтобы он сказал. А, ты свой. Подожди, это ты? Это ты, радужный друг? Ну, вроде не он, походу, ребят. Ну, вроде он и не он. Я не пойму. Мне просто так надавали. Не понял, это что такое? Здесь называется буфетные руки. Ну-ка, давайте посмотрим. Я хочу посмотреть, что это за буфетные руки или ноги. Так, у меня есть робоксы. По-моему, стоит 150 робоксов. Ну-ка. Я купил. У меня откуда появились робоксы. Хорошо. Так, смотрим, ребята. Почему не нажимается? Подождите, почему не нажимается? Так, не перемещается, не нажимается.
А, вот, нужно мышкой нажимать, отлично. Все, давайте посмотрим. Буфетные руки, ничего себе, и что с ними делать? Можно драться, а ну иди сюда. Опаньки, села сразу, опаньки, ничего себе. А так, оп. Они реально почему-то садятся, ребята, нужно с этим разобраться. А ну-ка, чувак, что стоишь, а ну-ка, сел быстро. Опаньки, они что-то, ну давайте попробуем над монстром. Я уже похож на какого-то монстра, ребята, реально я уже похож не на ютубера, не на нубастера, посмотрите на меня. Вы только посмотрите, чувак, что ты тут встал, ну-ка, быстро сел. Ну-ка, ударить Бена, ну-ка, ударим Бена, ну-ка, давайте ударим Бена. Бен, говорит, что на меня все бьют, то замораживают. Бенчик, извини, извини. В общем, ребята, смотрите, здесь я нашел зеленый ключ. И я сразу бегу. Куда же я бегу? С такими руками я реально никуда не влезу. Вот или влезу, или я ведь девочка до сих пор там сидит. Девочка, проснись уже. Давайте, короче, погнали. Вот сюда мы забегаем, забегаем. И теперь туда все открываем. Можно? Нет, больше батарейки мы взять не можем. Хорошо, направляемся туда. Ребята, обалдеть. Сегодня я в игре реально купил очень много. Для меня теперь открыта любая дорога. У меня теперь есть даже зеленый ключ. Куда я теперь могу даже зайти? Вот сюда. Ничего себе, открывайся. Походу, это, ребята, темнее зеленый ключ. Это не тот зеленый ключ. Подождите, а можно взять зеленый ключ? Ну-ка. Открывайся быстро! Вот зеленый ключ не работает. Ребят, хорошо, обманули меня. Обманули, пранкеры какие-то. Пранкеры обманули. Ладно, прыгаем сюда. Прыгаем вниз. Опайки, здесь что-то есть. Подождите, мне тут, кстати, маска не поможет. Или поможет, сейчас проверим. Вот опять зеленый друг. Сегодня я забрал много радужных друзей. Ну-ка, маска мне помогает. Ребята, смотрите, я могу ходить благодаря своей мега-маскости. Маске бесконечности, вечности. Я могу реально проходить все лазеры. Но единственное, я не могу делать, ребят. Я не могу выбираться отсюда никак. Теперь я все, я здесь застрял навеки. Ладно, я отправился на спам. Мне забрали все. Мне забрали башку. У меня забрали почему-то руки, которые я, значит, мне понравились. А девочка, которая сидела 5 часов, сейчас я еще раз ей дам. А ну иди сюда, быстро. А ну-ка, ребята, короче, смотрите, я реально... Они замораживаются. Игроки замораживаются и ничего не могут сделать. Смотрите, вот это да. Девочка, извини, но это надо было затестить руки. О-о-о! Бен ее засосал в ноздрю. Бен, ты зачем это без спроса сделал? Глазами на меня такими еще смотрит. Короче, ладно, пойдемте. Здесь этот ключ не работает совершенно. Ну что, ребята, откуда мы начнем? Откуда мы начнем? Смотрите, здесь что-то есть. Какая-то надпись, не знаю. Прыгаю сюда. Ой, здесь есть морфик, отлично, морфик. Ой, кто это? Это был на меня похож человек. Сюда мне не очень нравится ходить, ребята. Вот в эти вот игровые автоматы, это самое мое нелюбимое место. Поэтому я туда не пойду. Я буду ходить туда, куда захочу. Вот, например, вот сюда. О, там морфик, знаешь, я сюда и приду. Так, подождите, а где мои руки? У меня руки пропали. Только что, ребята, руки активируются ненадолго, реально ненадолго. В общем, здесь есть еще морфики немножко. Вот, за той картиной. Да отойди ты, у меня все равно маска надета. Ты что, не понимаешь, что ли, что мне твои... Хоть щекоти меня, хоть не щекоти, мне все равно. Мне все равно, пойду, короче. Это ты нарисовал? Ты зачем испортил бабушкины обои? Ты где там? Ладно, все равно на него мне, пойду дальше. Зайду в гости к этому дяде Валере, который, значит, стреляет. Пью-пью-пью-пью-пью. Ну что, дядь Валера, как у вас ковбойские дела проходят? В общем, о! Не помню, дядь Валера, вы что? Вы что, здесь муляж коробочный установили? Я же только что взломал эту коробку, а там ни одного морфа. Ну все, больше я к тебе не приду никогда. Все, здесь оставайся один. Я тебе хотел телевизор принести, чтобы тебе было не скучно. Ну что, нам теперь нужно выбрать синее. Ладно, ладно, красное. Погнали, в этот раз я... Угадал. Но руки у меня сюда не поместились, и у меня руки на время забрали. Так, и здесь тоже ничего нету, ладно. Здесь поезд ходит все по часам, так же ровно в 3 часа. В 3 часа он отправляется, и там, короче, появляется. Давайте возьмем вот эту палочку и взломаем вот эту вещь. Здесь должны были что-то поставить. Вот, спасибо, морфик для меня оставили. Какой грустный радужный друг. Не грусти, радужный друг, я куплю тебе красный плавательный круг. Ты куда-нибудь поплывешь. Например, в Африку. Там и останешься. Там хорошо, там растут кокосы, бананы и абрикосы. Подождите, а тут ничего нет вообще. Тут ничего нету вообще, ребята. И даже маска не спасла. Ладно, уходим отсюда, уходим. Кстати, тут мой подписчик. Подписчик, ты где? Иди сюда, спускайся. Спускайся, пойдем со мной. Ну что ты не идешь? Застрял! Пойдем, пойдем! Ну иди сюда, быстрее! Боится высоты. Ребят, боится высоты и боится спуститься по вырому. Короче, ну ладно, пойдемте дальше, посмотрим, что здесь есть. Что здесь есть? Морфики, морфики, морфики. Ко мне, к ноге. Морфик, морфик. Ребят, нет морфика. Совершенно ни одного морфика. Никто нам тут ничего не оставил. Так, ну а что я туда пойду, если там морфа нет? Пойдем отсюда, пойдем. Мальчик, пойдем.
Тут здесь ничего нет совершенно. Ничего не нашел, ребят. Все, уходим отсюда. Уходим, плохой свет. Такое тебе местечко. Дальше я пойду... Так, здесь я был. Так, дальше я пойду вот сюда. Так, тут ничего нету, короче. Делать мне тут нечего. Подождите, а вот тут я был? А, ну тут я был. Пойдем. Да там ничего нет, можешь не ходить. Так, здесь мы были. Там, ну, мой папа купался. Так, здесь что-то есть. Так, мы шлепочку споймаем. Шлепа! Попался! Девочка тоже попалась. А ну-ка, девочка, стой! А ну-ка, стоять! А ну-ка, иди сюда, смотри, девочка. Сейчас, подожди-ка, не шевелись. Опа! Еще подписчик своего. Опа! Ну-ка. А мне потом подписчик напишет. Долго он так будет сидеть? О, смотрите, одни долго, кстати, сидится. Ну ладно. Извини, подписчик, это просто был тест, понимаете? Тест такой. Тест, насколько руки действуют, реально действуют ли они вообще. Давайте погнали сюда и посмотрим, какие морфики я сегодня реально могу найти. Я после этой комнаты отправлюсь в другую комнату, потому что эта комната не сильно интересная, ребят. Не сильно интересная, реально, она не очень-то полезная. Подожди, ну у тебя что-нибудь есть? Морфик, тебя сюда подкинули? Нет, не подкинули. Ну да, покидосик, что я тебе могу сказать? У тебя есть вопросик? Ну пиши в комментариях тогда. Я здесь очень занят, парень. Очень занят. Так, что здесь можно? Так. Чувак, мы телевизор включили. Сейчас какой-то мультик нам покажут. Ну-ка, смотрим. Ты что за бутерброд? А ты то что за... Ой-ой-ой! Ты такое видел? Ты видел? Телевизор сгорел. Зато морфик нам дали. Смотри, морфик дали. А тебе дали? Тут написано, что дверь открылась. Ребята, какая-то дверь открылась. Я не знаю, может, вот эта дверь? Ну-ка, давай сюда зайдем. Так, чувак. Это что такое? Невидимая какая-то вещь, ребят, смотрите. А как ты так вниз упал? Чувак, смотри, здесь просто нереально круто. Так. Ага, упали. Вниз пропали. А морфик раз. Так, здесь, получается, сюда не прыгать написано. Ну, логично, прилично. Все написано, все понятно. Потому что ты ножку себе повредишь. Так, ну это Рик и Морти. Мне нет, не очень интересно. Дальше. Так. Супермен! Это очень хорошо, Супермен. Ему можно влепить пинка. И он не почувствует, даже слегка. Ему все равно на все. Абсолютно это Супермен. В общем, ребят, короче. Мне нужно отправиться в ту комнату. Но я абсолютно не знаю, как мне отправиться туда. Смотрите. А чувак, ты можешь туда прыгать? А у тебя же маски бессмертия нет. Ты зачем сюда прыгнуть? Подожди, чувак. У нас нету вот этой штучки. У нас нет совсем штучки. Ну ты худенький. Может, туда пролезешь как-нибудь? Ну худенький-то нет. Можно пролезть? Нет, ребят. Он не может ничто сделать. Все, возвращаемся на спавн. Так, что-то не понял, Бен. Ты зачем обои испортил? Ты зачем тут нарисовал себя? Ну и кто теперь будет? Все будут смотреть на тебя, что ли? Я не понял. Ладно, Бен, за твои глазки. Ты оказался в сказке. Доброй сказке, где Нубастер тебе разрешит. Решит реально там тебе рисовать на обоях. Вот здесь тоже можно нарисовать. Кстати, нарисуй меня. Ребята, вы рисуете еще Нубастера или нет? Кто-нибудь вообще Нубастера рисует? Хоть раз кто-нибудь Нубастера нарисовал? Нет, никто не нарисовал. Это очень жалко. Мне никто не рисует меня никогда. Никогда. Смотрите. О, здесь все переехали, ребята. Здесь все уехали. Здесь все забрали. Здесь были морфы, здесь были какие-то вещи. Здесь лаву хоть не забрали. Ну так, посмотрим. Вот в этом месте было всегда очень много морфов. Но совершенно нету морфов. Чувак, только тебя здесь оставили, потому что ты никому не нужен. Реально, не обижайся, но ты реально здесь никому не нужен. Ладно, и здесь тоже морфы украли. Ребята, это теперь бесполезное место. Окей, пойду тогда зайду к крысе Ларисе в гости. Проверю, может, она уже приехала с путешествия. Реально, она куда-то уезжала, куда-то пропадала. Ну, теперь она может быть там. Давайте посмотрим. Потом мы здесь все пройдем по пятам. Зайдем к дедуле, значит, посмотрим у него, что там новенького он, значит, делает. Так, здесь опять ничего нет, зато здесь ключик. Давайте посмотрим, реально заценим. У крысы Ларисы в доме что-нибудь есть, блин? Опаньки. Вот этой комнаты здесь не было. Там букву я найду прямо сейчас. Сначала я открою вот это. Сейчас мы откроем, ребята. Открытие. Все, крысы Ларисы дома нет. Пойдемте отсюда. Она опять где-то путешествует. Наверное, поехала в Дубай. Нормально, ребят, ей нормально. А я, значит, здесь ищу в закулисье. Кто-то, значит, в Дубай, кто-то в закулисье. Буковка! Буковка, я здесь. У тебя первый посетитель за первые 10 лет. Спасибо, ты должен ко мне относиться хорошо, потому что к тебе больше сюда не зайдет ничего. Никто и никогда. Поэтому ты должен мне, значит, тортик сейчас. Тортик и чай. Так гостей встречают. Так, буква Е. Е! Хорошо. А ты кто? Ты буква Е? Я не знаю. Какой-то чувак. И все? О! А ты как? Почему мне эту штуку? Ёлки-палки, где мне эту палку-то найти? Даже за робоксы не найдешь эту палочку, ребят. Вот так. О, ребята, у нас тут новые посетители. Давайте проверим. Ну-ка, сел.
А ну-ка сидеть! Иванов, Петров, быстро сели на уроки, сейчас двойки вам поставлю. И еще заморожу паутиной, чтоб сидели вы смирно. Иванов, ну что ты, не обижайся так. О, жил Иванов. Опайки, прилип. Ха-ха, прилип, смотрите, чувак прилип, ребят, и этот тоже прилип. И этот все прилипают, вот это круто. Вот это супер минута. Ну что, я по-суперски теперь побежал? Побежал, ребята. Ой, я забыл маску надеть, теперь меня Бен даже может уничтожить, ладно. Масочку я забыл, забыл взять, зато я взял чудо-руки с собой. С чудо-руками можно хоть куда, ребят, даже в облака. Пойду, значит, там я был. Пойду к дедушке, похвастаю своими руками. Дедушка, смотри, у меня какие руки. Сейчас я проверю на тебе их. Сначала морфику заберу, а то мало ли ты меня сейчас отберешь эти руки. Сейчас, подождите, там морфик есть, там морфика нет. Ага. Дедушка реально руки съел мои. Дедуля, ты чё? Ну-ка. Ау! Короче, дедуля непобедимый, ребят. Реально дед непобедимый. Дед 1000 лет, реально его не победить. Ну ладно, зато я могу ему навредить немножко. У меня совсем немножко. Дед идет, давай быстрее, стена, горись. Остывай, ребята. Ой, да там ничего все равно нет. Давай, парень, убегай от деда. Убегай от деда, и он тебе... А то он из тебя сделает конфет. А все, убегаем наверх, ребят. Сейчас мы посмотрим, какие напоследок есть морфики. Так, где я не был? Так, у крысы Ларисы был, у дедули был. Так, да, здесь я был. Подождите, здесь, по-моему, не был. Давайте зайдем вот сюда. Посмотрим, здесь что-нибудь есть или нет. Так, здесь нужно выбирать Макдональдс. И мне это не очень интересно, если честно. Так, здесь нужны батарейки. Вот, батарейки у меня есть. Это очень хорошо. Теперь мы попадем сюда. И шо, давайте заходим сюда прямо сейчас. Смотрим. Здесь ничего нету. А, быстрее убегаем. Да мы должны успеть. Подождите, а теперь здесь этого нет. Ау! Ёлки-палки, да я теперь вообще в проблеме. Хорошо, убегаем отсюда, ребята. Сегодня у меня попытался найти кучу морфиков. Ух ты, кучу морфиков нашел. И я сегодня купил кучу всего. Вы знаете, за кулисье, ребята. Я очень давно хотел, я очень копил робуксы на все. И реально я понаходил кучу всего. Вот Санса мы нашли только что. Сейчас Санса, Саня, Санек. Прямо сейчас он, морфик, дружок, был найден. Что-то я только что нашел. Вон невидимая лестница пойдет. Сюда. Морфик, морфик, попался. А! Ничего себе, вы это видели? Я смог подпрыгнуть от морфа и взять морфик. Так, последнее испытание для нубастера. Тут ничего нет. Ничего нет, хорошо, даже нет конфет. Пойдемте посмотрим дальше. Так, дальше пойдем. Ага, закрылось. Нам туда, в принципе, да, туда. Эту карту они немножко изменили. Эту карту они немножко поменяли, отлично. Ну что, ребята, напоследок я не нашел ничего. Ну все, я здесь устал, я здесь вздремну, я здесь посплю. А вы не забудьте поставить лайки, ну все. И я 5 часов посплю и скоро продолжу и начну. Ну все, всем пока. Oh.